Меня зовут Антон, и сейчас посмотрим, как прошел концерт группы The Chemists в московском клубе Вольта. После просмотра, если понравилось, подпишись на канал и поставь лайк. Приятного просмотра! Yeah.
примерно вот так прошел концерт английской группы The Chemists в московском клубе Вольта. Каким же он был? Давайте разбираться. В новом зале Вольта я был впервые и, честно говоря, был поражен тем, что увидел. И есть очень много вопросов к людям, которые этим занимаются, и очень много впечатлений и мыслей по поводу этого зала, которые хотелось бы рассказать и подкрепить это фотографиями и видео, поэтому в рамках этого отчета о клубе я говорить не буду и сделаю отдельное видео, в котором все подробно разберем. Но все же о клубе я немного скажу, а именно об отвратительнейшем, ужасном и мерзком звуке на разогреве. Звук был такой плохой, что находиться в главном зале было просто невозможно физически. И поэтому выступление хедлайнеров я ждал в соседнем помещении в баре. Такой плохой звук я слышал очень и очень редко. На Кемистах звук немного поправили, но, как сказала моя подруга, звук был терпимо херовый, и с этим мнением я, пожалуй, полностью соглашусь. Что касается выступления хедлайнеров, то никаких претензий к ним нет и быть не может. На концерте этой группы я был уже в третий раз и был абсолютно полностью уверен в том, что получу на концерте. Группа активно шла на контакт со зрителями как до концерта, так и во время концерта, и даже после концерта группа практически сразу вышла в зал, с удовольствием со всеми сфотографировалась, раздала автографы, а гитарист достал из недров кармана свой последний медиатор и отдал его мне. И это был по-настоящему атмосферный, душевный, домашний, но по-своему мясной и жесткий вечер. И я искренне советую вам ходить на выступление группы The Chemists и уверен, что вы нисколько не пожалеете. Они дико разъеб. Ну и, собственно, добавить мне больше нечего и... Вот здесь кнопка, чтобы подписаться на канал, вот здесь можно посмотреть мой предыдущий отчет. Подписывайтесь по всем ссылкам в описании, оставляйте комментарии, добавляйте ролик к себе и не забывайте ставить лайки. Меня зовут Антон Павлов. Пока-пока.